Всем привет! Сейчас покажу вам способ, который позволит освободить заклинившую шею. Многим знакомо это чувство, внезапно возникшей резкой боли в шее, обычно с одной стороны какой-либо, с левой или с правой, и невозможность повернуть в эту сторону голову. Прием очень простой. Вы должны найти триггерную точку, триггерная точка, наиболее болезненная точка в этой мышце. Обычно это грудино-ключично-сосцевидная, которая у нас болезненная становится. За счет того, что эта мышца испытывает патологическое напряжение, спазм. Вы должны найти эту триггерную точку, она более болезненная. И давлением на нее, палец поместив на нее, помассировать эту точку, вплоть до исчезновения этой боли. Вот она, триггерная точка, я ее нашел. Воздействие на нее. И также можно привлечь на помощь бутылку, обычную пластиковую бутылку, которые вы должны освободить от жидкости и закрыть. Она получается мягкая. С этой стороны, с болезненной, вы эту бутылку вкладываете между головой и плечом и рукой пытаетесь вот таким вот образом наклонить голову в эту сторону. При этом напрягая противоположную мышцу, то есть как бы вернуть голову назад. Вот такой простой прием позволит вам расклинить заклинившую шею. Ну а в дальнейшем, конечно, нужно работать над шейным отделом позвоночника. Вот такие вот приемы. Спасибо за внимание.